Всем привет! Цена атеизма и лжерелигий. Человечество застряло посреди четырех духов, о которых сказал Иисус. И первое, где запуталось все человечество? Лукавство. То есть люди не к истину идут, а они находятся во лжи и в лукавстве. Второе, это война. Не к Иисусу, не любовь они несут. Третье, материализм, мамона и деньги. Царство, не Царство Божьего ищут, а этого мира ищут. Четвертое. Смерть. Всего смертного ищут, то есть не к жизни. Иисус есть жизнь, Его Слово – это жизнь. Люди не хотят обратиться, им скучно. Потому их тянет к греху и тянет к этому миру, к злу. Почему? Бога нет. Все, беда, поэтому не находится в рабстве. И Иисус, Он говорит, если вы к Сыну придете, вы будете свободны, а так вы рабы греха, вы рабы тогда лукавого, вы рабы всадника войны, вы рабы мамону, вы рабы смерти, вы рабы ада. Вас ждет ад, он сразу следует за смертью. И Иисус об этом говорил.